И мы надеемся, что это именно будет так, потому что уж больно хороша эта программа. 9,9% Людмилы Кирищевой. Очень гармоничная композиция у Людмилы Кирищевой. Это не просто набор акробатических элементов, труднейших прыжков и переворотов. Это действительно миниатюра, хореографическая миниатюра, решенная чисто спортивными средствами. И вот тут, когда смотришь на такое выступление, начинаешь задумываться, а чему же отдать предпочтение? Такой вот выразительности или просто калейдоскопу сложных прыжков? Гита Эшер, спортсменка из ГДР. На юге страны Нордхаузе и уже 10 лет занимается спортом. Наибольший успех на гимнастической арене пришел Гите Эшер в последние 2 года. 9,75 ее оценка. В прошлом году она стала чемпионкой ГДР в 2 видах соревнований, опорном прыжке и как раз в вольных упражнениях. И первый ее международный старт также увенчался победой. Она выиграла Кубок Тюнити. Это традиционный турнир, проводится в японском городе Нагое. В этом году Гита Эшер стала абсолютной чемпионкой германской гимнастической. Выходит Нелли Ким. Thank you.
исполнения вольных упражнений Нелли Кин. Олимпийская чемпионка Нелли Кин. У нее пока второй результат. Очень оптимистичная, радостная программа для Нелли Кин. Оценка 10 баллов. Все довольны, зрители тепло приветствуют Нелли Кин. Вообще на этой гимнастике, где принимают очень и очень тепло зрители, благодарят их за то наслаждение, которое они доставляют им своими прекрасными выступлениями. И программа Нелли Кин, конечно, создана в лучших традициях нашей отечественной гимнастики. Давайте посмотрим, как выступит Каманечи, румынская гимнастка. У нее сейчас третий результат. Техникой исполняемых элементов. Оценка 9.95. Нелли Кин остается лидером состязаний. 19,850 набрала Нелли Кин и очень близка к завоеванию второй золотой медали на олимпийском турнире. Но предстоит еще выступить двум спортсменкам. Сейчас гимнастка из Германской Демократической Республики Марион Кише.
Виктория Ланфиша, спортсменка из Германской Демократической Республики, закончила выступление. Этой спортсменке шестой результат. Ну, мы говорили о том, что буквально в сотые доли балла отделяют спортсменок друг от друга. Итак, гимнастки заканчивают олимпийский турнир. Это интереснейшие состязания. И будет грустно расставаться с этими замечательными мастерами гимнастики. Но гимнастический турнир еще не заканчивается, поскольку нам предстоит с вами следить за ходом борьбы у мужчин, которым также предстоит разыграть олимпийские награды на отдельных снарядах. Оценка Кише 9,8. 18-летняя спортсменка из Германской Демократической Республики, которая заканчивает в этом году среднюю школу, уступает место на гимнастическом помосте Анне Пухлопковой, гимнастке из Чехословакии. Также впервые выступает на олимпийском турнире. Точность движений характеризует ее выступление. Особенно хороши ее вольные упражнения. И поэтому не случайно она попала в финал на гимнастическом помосте. Мы увидели Анну Пухлопкову в этом году совершенно в новом качестве. Она заметно повзрослела, ее мастерство возросло. Оценка 9,85. Итак, гимнастки проходят вдоль трибун. Таковы же результаты закончившихся состязаний. Обладателем золотой награды, второй золотой медали стала наша Эдди.